Сегодня вкусный манговый завтрак с апельсиновой ноткой, клюквой, тыквенными семечками и кедровыми орешками. Заливаем кипятком 3 ложки овсянки и дадим постоять. После этого добавляем манго, сушеную клюкву и тыквенные семечки, дольку лимона и небольшой апельсин, а также горсточку кедровых орешков. Не забудем добавить охлажденную воду и измельчаем. Вот и все, завтрак готов! Друзья, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые. Получился очень вкусный, ароматный завтрак. Я закрываю крышкой и беру с собой. Всем хорошего дня!